Cienījami draugi, dragi друзья, dear guests, we are ready to start, мы готовы начинать. Сначала мы хотим поблагодарить всех, кто пришел. We're thankful for you, for your visit. Сегодняшняя наша акция проходит не впервые. Я уверена, вы знаете. У каждого ребенка есть имя. Это фраза, это название, это принцип. Принцип нашей памяти, принцип самоуважения. И, конечно, та причина, по которой мы встретимся не только вот так друг напротив друга, а здесь, на этой сцене. И будем сегодня вспоминать имена детей, которых нет, которые могли бы так же, как наши дети, 1 сентября идти в школу когда-то или сейчас вести своих внуков, правнуков в школу, помогать им. Сегодня мы вспомним эти имена. Мы и вы вместе на этой сцене. Здесь у нас есть списки. Мы вместе зачитаем эти имена. Для того, чтобы память была жива. Я уверена, они нас услышат сегодня. Дорогие друзья, мы начнем сегодня с замечательной музыкальной композиции. Мы от души желаем дальнейших успехов. Спасибо за эту музыку. Спасибо. Что ж, ну а сегодня будет поддержана еще одна традиция, и ее тоже можно назвать отчасти музыкальной. Ну, это впереди. Все скажет, обо всем расскажет председатель правления религиозного общества «Шамир» Равин Менахем Баркан. Рабдиен, сегодня мы знаем септенец Мельгадат Пакаль, и я шел с Мегаздиенас, куразгая боя даудс, но Латвия шпилсунием, но винем септенец Мельгадат Пакаль, куразгая боя, но винем бия сешпацми тугсто шиберни. Kuri var iet arī skolā, bet tas neiznākā. Viņi bija nogalvināti, un mēs zinām, ka viņai rumbula bikernieku, bet viņas dvesels šodien dzirda, ko mēs sapulcējamies šodien. Es domāju, tas ir ļoti pareizi, ka mēs šodien atmiņam tos vārdus. Pagājušā gadā, to pašā laikā, 1. piekdiena septembrī, bija lietas. Visa debesis raudāja. Šodien es domāju, ka tas mūsu lūkšanas bija uzņemtā. Šodien ir laba diena. Es negribu daudz runāt un pateikt, ka šodien mēs stāvam Elula mēnesī, kur ir pirms jaunā ebreju gadā, un mēs visu mēnesī varam būt domāt, ko mēs varam izdarīt, lai būtu labāk. 28. septembrī būs sāks ebreju jaunais gads, un visu mēnesi, ne tikai lūkšanam, bet arī pušam šofārā, kur bija arī templā.
То мы даром каждую дену лиц Роша Шана еврейского года. Семьдесят лет назад началась страшная страница истории еврейского народа, которая была тоже страницей в истории человечества, но евреев убивали только за то, что они евреи. Из 70 тысяч латвийских евреев, граждан этой страны, было убито 16 тысяч детей, и эти дети могли тоже идти в школу. Сегодня, как дедушки, бабушки с внуками, правнуками, они могли гулять по этому саду и по многим садам в Латвии. Они не смогли этого. Я надеюсь, что эти мелодии, что эти люди, наши молитвы, наши обращения, а самое главное то, что мы вспомним их имена, а когда вспоминается имя человека на небе, его душа воспринимает это, и оно просыпается. Тем самым мы приблизим Машиаха, тем самым мы сможем понять, что да, они умерли, но жизнь продолжается, и их память, их вспоминая их, мы все делаем, чтобы она никогда не прекращалась. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, Шана Това Тикатво Ватихатму, чтобы у всех был хороший, счастливый, сладкий год, и чтобы, мы, как сказано, нам дается на подпись все, что мы делали. И дай Бог, чтобы каждому из нас было хорошо подписано на следующий год. И эта подпись будет залогом счастливого следующего года и всей долгой счастливой жизни. Ну а теперь он тагад лудзу скатуве изглитības un zinātnes ministrijas politiskas koordinācijas departamenta direktore Dāce Ratniece lūdzu. Godātie klātesošie! Es esmu ļoti pagodināta par šo emocionālo brīdi un piedalīties šeit. Un es teikšu savu emocionālo uzrunu latviešu valodā, kas ir mūsu valsts valoda. Я хотел сказать, что я буду говорить на латышском языке свою эмоциональную речь. I would like to say that I will say some words in my native language in Latvian. Godātie piemiņas pasākumu dalībnieki, 20. Gadsimta vēstures apguve ir sarežģīta. To apgrūtina atšķirīgas pieredzes un laika distance, attieksme un ieinteresētība. Akcija Katram bērnam ir vārds padara vēstures faktu personisku, konkrētu un tāpēc cilvēki cilvēciski traģiskāku. Tā liekot aizdomāties, ka katram demokrātiskas sabiedrības loceklim jādara viss, lai nekad nebūtu jāpieļauj jebkāda diskriminācija, segregācija, jo katra dzīvība ir vērtība. Izglītības un zinātnes ministrijas vārdā vēlos uzsvērt, ka holokausta izglītībai ir liela nozīme tolerantas mūsdienu sabiedrības veidošanā, un biedrība šam ir sniedz ievērojumu ieguldījumu holokausta izglītības attīstībā. Holokausts ir viens no traģiskākajiem 20. Gadsimta vēstures notikumiem. Tomēr tas nav tikai vēstures notikums vien, tas ir konkrētu cilvēku dzīves stāsts. Nav jāakcentē skaitļi, fakti, notikumi, bet šajā brīdī ir jārunā par konkrētiem cilvēkiem, konkrētām dzīvēm. Šajā emocionālajā brīdī ir svarīgi personificēt katru bērna upuri, nosaukt katra bērna vārdā, atpazīt katru bērnu fotogrāfijā. Paldies. Mums ir 630 baušļi, un viena no baušļiem ir rakstīts, atceries, ko tev izdarīja Amalek, neaizmirsi. Un to baušļu mēs izpildām šodien. Mēs Amalek, tas bija absolūti sliktum, priekš to mums vajadzīgi kara cīnot. Es ceru, ka šīs panākums
būs arī pasākums, piedodiet, būs pasākums arī oficiāli akceptēts, un es redzu, ka tas arī ir nākošā gadā. Būs tas pirmās piektdiena septembrī vai otrā piektdiena septembrī, varbūt vairāk skolini atnāks, bet tas būs Latvijā. Un es nezinu vēl vienu valsti, kur tā vēl tās izdarīts. Попрошу Равина Цви Левина прочесть Кадиш. Прихожанин синагоги Напейтова. Изгадал вы из Кадаш Мейрабо. Белмоды Брох Иерусей, Вемлих Малхусей. Бехайхону в Йомихону хейт хол бейс Исруэл. Багалова из Манкорив, Вимру, Омейн. Егеш Мейрабо, Меварах Леламул Мейл Майо. Избарах, Вейштабах, Вейспуар, Вейсрамам, Вейснасе. Висалал, 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 шмей декуча бригу. Лейла минкол бирхасова широсо, туж бирхасова нехамасо, да мирон бролмо, веймру омейн. Егеш шмей раба, меварах лалам улмей улмайо, веалкол Исраэл, веймру омейн. Осе шалом беймру имав, хуги асе шалом алейну, веалкол Исраэл, веймру омейн. Амейн. Это была поминальная молитва, которую мы говорим каждый раз по усопшим. Это было пение с лукшином, комендаром каждую разу перед мирующим. Сейчас, дорогие друзья, я бы хотела пригласить на сцену посла государства Израиль, dear ambassador of Israel. Мы услышим приветствие и чтение стихотворения израильской поэтессы Зелды. У каждого есть имя. כבוד הרב ברקן, ידידי היקר, כבוד שגרירי ארצות הברית, קנדה, פולין ואוקראינה, קהל נכבד, ידידים יקרים. אנחנו נוכחים היום באירוע קשה, באירוע של הזכרת שמות 16,000 ילדים יהודים שנרצחו ללא כל עוול בכפם במדינות הבלטיות. Dear Mr. Barkan, Rabbi Barkan, head of Shamir, dear colleagues from the diplomatic corps, ambassador of the United States, ambassador of Canada, ambassador of Poland and the Ukraine, present here today, dear participants, we are all sharing today a moment of silence, a moment of respect for the 16,000 young children that were murdered by the German Nazi occupiers. We are here today not to repeat again what has happened in this region and in Europe some 70 years ago. We are here today to know that what has happened should not repeat itself again. With your permission, I'll read now a poem that was written by Zelda. I'll read it in English, and then it will be translated into Latvian. Every person has got a name. Lekol ish yesh shem. Lekol ish yesh shem shenatan lo el hayam natnu lo aviv veimo. Lekol ish yesh shem shenatnu lo komato veofen chiyucho venatan lo harig. Lekol ish yesh shem shenatnu lo harim ונתנו לו כתליו. לכל איש יש שם שנתנו לו המזלות ונתנו לו שכניו. לכל איש יש שם שנתנו לו חטאיו ונתנה לו כמיעתו. לכל איש יש שם שנתנו לו שונאיו ונתנה לו אהבתו. לכל איש יש שם שנתנו לו חגיו ונתנה לו מלאכתו. לכל איש יש שם שנתנו לו תקופות השנה ונתן לו עברונו. לכל איש יש שם שנתן לו הים ונתן לו מותו.
Katram cilvēkam ir vārds, ko dāvāja viņam Dievs, un dāvāja viņam māte un tēvs. Katram cilvēkam ir vārds, ko dāvāja smaids, un dāvāja viņa apģērbs un stāja. Katram cilvēkam ir vārds, ko dāvāja kalni, un dāvāja viņam mājas. Katram cilvēkam ir vārds, ko dāvāja viņam zīmes, un dāvāja tuvinieki. Katram cilvēkam ir vārds, ko dāvāja viņam grēki, un ko dāvāja viņa ilgas. Katram cilvēkam ir vārds, ko dāvāja ienaidnieki, un ko dāvāja tie, kas to mīl. Katram cilvēkam ir vārds, ko dāvāja viņam svētki, un ko dāvāja viņam darbi. Katram cilvēkam ir vārds, kuru nezgadu mija, un aklums aizpūš to vējā. Katram cilvēkam ir vārds, ko dāvāja jūra, un ko dāvāja viņam nāve. Есть у каждого имя. Есть у каждого имя, что дал ему Бог. Как назвали отец и мать. Есть у каждого имя, что дали ему смех его, одежда и стать. Есть у каждого имя, что дали ему стены дома его, круче гор. Есть у каждого имя, и в имени том воля звезд и людей приговор. Есть у каждого имя, и в имени том страсть его и его грехи. Есть у каждого имя, что дали ему те, кого он любил, и враги. Есть у каждого имя, и в имени том радость праздника, будни в поту. Есть у каждого имя, несущая смену времен и людскую в веках слепоту. Есть у каждого имя, что дал ему Бог, как назвали мать и отец. Есть у каждого имя, его нам дают волны моря и смерть под конец. И сейчас мы начнем чтение имен. And now, dear friends, we will start to read names. We have this book. У нас есть эта книга, и здесь напечатаны те самые драгоценные имена. Ничего особенного, просто имена. Ничего сложного не требуется и от вас. Я приглашаю вас на эту сцену попробовать, прочувствовать, произнести имена тех детей, которые погибли много лет назад. Их 16 тысяч. Абай Абрам, Абел Анзел, Абел Бензион, Абелсон Энта. Abelson Mary, Abelson Shana, Abelson Sima, Apkin Edith, Apkin Sila, Apkin Ziska, Abelsky Vera, Abraham Haya, Abraham Nachman Yosef, Abramson Zvi Zalaman, Abram Aron Abram, Abramovich Abel, Abramovich Abram, Abramovich Isaac, Abramovich Beno, Abramovich Beryl Bar, Abramovich Devs, Abramovich Dobe, Abramovich Dora, Abramovich Dresa, Abramovich Ella, Abramovich Ella, Abramovich Esther, Abramovich Eta. Abramovich Ete, Abramovich Fejvish, Abramovich Fejvush, Abramovich Gershon, Abramovich Gita, Abramovich Hatzkel, Abramovich Hava, Abramovich Hirsch, Abramovich Hirschleiter, Abramovich Ida, Abramovich Isaac, Abramovich Itzok, Abramovich Jasha, Abramovich Yeshoshua, Abramovich Yekusil, Abramovich Jenny, Abramovich Jetty, Abramovich Judith, Abramovich Leah, Abramovich Laiba, Abramovich Lev, Abramovich Leah, Abramovich Malka, Abramovich Meyer, Abramovich Meyer, Abramovich Meria, Abramovich Mina, Abramovich Mirjana, Abramovich Misha, Abramovich Menachem Mendel, Abramovich Moses Yankel, Abramovich Eta, Abramovich Fejvish, Abramovich Fejvush, Abramovich Gershon, Abramovich Gita, Abramovich Hatzkel, Abramovich Hava, Abramovich Hirsch, Abramovich Hirsch Leiser, Abramovich Ida,
Abramovich Isaac, Abramovich Hitchcock, Abramovich Yasha, Abramovich Jeshuroya, Abramovich Yekusiel, Abramovich Jenny, Abramovich Yeti, Abramovich Judith, Abramovich Leah, Abramovich Leiber, Abramovich Lev, Abramovich Leah, Abramovich Mala Malka, Abramovich Meir, Abramovich Meir, Abramovich Maria, Abramovich Mina, Abramovich Miryama, Abramovich Misha, Abramovich Menachem Mendel, Abramovich Moses Yankel. Ambassador of Ukraine, Abramovich Peisash, Abramovich Rachmel, Abramovich Rohalia, Abramovich Romano, Abramovich Ruth, Abramovich Salome, Abramovich Samuel, Abramovich Shmuel, Abramovich Shmuel, Abramovich Shachno Isar, Abramovich Sharia, Abramovich Simon, Abramovich Yankel, Abramovich Yuda, Abramovich Hirsch Marcus, Abramovich Menusha, Abramovich Meir, Abramovich Stelo, Abramson Abram, Abramson Aviva, Abramson Benziel, Abramson Elias, Abramson Esher, Abramson Favish, Favish, Абрамсон Фрейда, Абрамсон Херман, Абрамсон Ингеборга, Абрамсон Ирена, Абрамсон Исаак, Абрамсон Идзи, Абрамсон Джозеф. Спасибо послу Украины. Thanks to Ambassador of the Ukraine. Abramson Chaim, Abramson Leah, Abramson Male Lesse, Abramson Meshe, Meshka, Abramson Mendel, Abramson Mendel, Abramson Mera, Abramson Michel, Abramson Mira, Abramson Moses, Abramson Nechama, Abramson Nechama Zive, Abramson Note, Abramson Rubin, Abramson Sermon, Abramson Shoshan Shaban Shabasha, Abramson Sore, Abramson Sorosh, Abramson Shulamit, Abramson Susanna, Abramson Yaakov, Eden Tzvia, Adirim Brocha, Adirim Feiga, Adirim Yitzchok, Adirim Sima, Adirim Sima, Adler Tzvia, Adler Edith, Adler Margot, я хочу сказать, что все знали естественным и понятным успехом существования и жизни еврейского народа это наше место в стране святой государства Израиль. Адно Заламан, Афремов Бейнус, Афремус Леа, Афремов Рафаэль, Агински Бети Берта, Энбиндер Хая, Айзенберг Бенита, Айзендат Юген, Айзендат Яков, Айзендат Яков, Айсман Фейга Раха, Айсман Голда, Айсман Голда, Айсман Либе, Айсман Мейше, Айзикович Абрам Шмул, Айзикович Дэвид, Айзикович Ицик, Айзикович Яхиел, Айзикович Юдит, Айзикович Мейер, Айзикович Ора Ицик, Айзикович Рахел, Акерман Ицик, Акерман Люба, Акерман Симеон, Акерман Йоэль,
Ackermann, Itzik Motel, Achrein Daire, Achrein Hane, Achrein Schneier. Трудно говорить. Ком в горле стоит. Но я все-таки попробую. Смерть человека – это трагедия. Смерть ребенка – это мега-трагедия. Это величайшая трагедия, что может быть в мире. У меня двое детей, и сердце разрывается от мысли о том, что 16 тысяч детей, которые могли работать, растить своих детей, внуков, были зверски погублены, загублены их невинные души. Чтобы этого не допустить никогда, ни при каких условиях, мы должны хранить память об этой трагедии вечно. Аксенцов Сара, Альбер Эдмунд, Альбер Харри, Альберт Джозеф, Альбер Макс, Альбер Вера, Альбин Геранута, Альбин Ешаушна, Альбин Марк, Альбин Симан Меляч, Альбрехт Ханна, Альбрехт Дженни Янис, Альбрехт Оскар, Александров Бенджамин, Александрович Брайна, Александрович Эфрос, Александрович Ехудис, Александрович Хайм, Александрович Вульф, Алибер Эртер, Алисвяк Хонан, Алисвяк Мозус, Алисвяк Тила, Алите Давид, Алои Лия, Альпер Бунис, Альпер Рахин. Но сперва я хотел бы сказать, что мы приехали сюда от лица Рижской средней школы имени Оствальда, чтобы просто почтить те имена, которые говорили тут. Альпер Суламанс, Альпер Юхевида, Альперович Гита, Альперович Хирш, Альперович Гета, Альперович Джозеф, Альперович Ребекка, Альперович Самуэл, Альперович Боркух, Алчванг Лазар, Алчванг Лео, Алчванг Дора, Алчванг Хани, Алчванг Джета, Алчванг Вуфи Вули, Алчванг Элсер, Альтерман Ита, Альтерман Ицик, Альтерман Машле, Альтерман Сара Хаса, Альтерман Шапс, Альтерман Сор, Альтерхаузен Давид, Альтхаузен Ицик Джозеф, Альтхаузен Левик, Альтхаузен Райса, Альтхаузен Роса Рейса, Альтхаузен Шоу Саул, Альтхаузен Баси. Алутин Шейне, Алутин Сон, Алут Амдур Дон, Амдур Эстер Рокха, Амдур Дженни, Амдур Кесрил, Амдур Кейм, Амдур Кхэм, Амдур Лейба, Амдур Муза, Амдур Песа, Амдур Ракхил, Амдур Ракхил, Амдур Раса, Амдур Ребекка Ревека, Амдур Рувин, Амдур Шлеме, Амдур Сора Сарахана, Амдур Зелда, Амитан Мойсей, Амитан Мойсей, Андреев Элия, Анненберг Ракмел, Анненберг Рокша, Анненберг Сепсел, Анненбург Эстерхана, Анненбург Идел, Анненбург Ракмел, Анненбург Рива, Анно Борок, Анчелевич Кхайм, Анчелевич Кхайм, Анчелевич Мендел, Анчелевич Мойсей, Ансон Георгета Мадлена, Антикол Борис, Антикол Элла, Антикол Якоб, Антикол Арон, Антикол Эстер, Антикол Голда, Антикол Хана, Антикол Ханауш Селик, Антикол Хесе, Антикол Хинда, Антикол Исчок, Антикол...
Антокол Джейне, Антокол Мира, Антокол Нейч, Антокол Рокха, Антокол Салман, Антокол Сара, Антокол Симон, Антокол Симон Исаак, Антокол Стира, Антокол Цивия, Антокол Янкел. Ревич Роберт, Аркинд Нова, Аркинд Саул, Армирман Блюма, Армирман Эйла, Армирман Леа, Армирман Нихама, Армирман Рашель, Армирман Сара, Армист Калман, Армист Роха, Армист Шмуэль, Армист Шмуэль, Армист Соралея, Армист Вульф, Армист Заламан, Арон Абрам, Арон Бейла, Арон Берта, Арон Эйль, Арон Элия, Арон Элия, Арон Хая Сора, Арон Хана, Арон Ида, Арон Ицхок Ехель, Арон Леа, Арон Михаил, Арон Рахель, Арон Ривка, Арон Роха. Labdien, es pārstāvu Rīgas domi. Un kopā ar mani šodien šeit ir arī domas vadība. Un gan Rīgas domas priekšsēdētājs Ušakova kungs, gan Amerika kungs. Lūdzu jums pateikt, ka visas mūsu domas lielākā līdzjūtība un apbrīna biedrībai šam ir, ka jūs spējat to izdarīt, ir patiesa. Уважаемые участники этого действительно святого события, я представляю Рижскую думу и руководство Рижской думы, так же, как и я лично, мы выражаем, вы знаете, все самые хорошие чувства в связи с тем, что вы помните столько лет и не забыли своих детей. Те люди, которые делят людей по национальности или по вере, вы знаете, это не люди. Потому что человека это задевает больше всего. А кто поднимает руку на ребенка, это проклятый человек. Сегодня вспомним детей. Пусть будет светлыми их души там. Арон Шифра, Арон Селик, Арон Шейна, Арон Силем, Аронас Арон, Аронес Исак, Аронов Ханнамира, Аронов Ирмгард, Аронов Леонид, Аронович Ирене, Аронович Хаим, Аронович Лия, Аронович Мордшхау, Аронович Песач, Аронович Схолом, Аронович Хая, Аронсбург Хенни, Аронсбург без имени, Аронсбург Элла, Аронсбург без имени, Аронсбург Леа. Как мне объясняют, имени нет потому, что ребенок только что родился, и его сразу убили, даже без имени. Аренсбург без имени. Аренсбург Шай. Арачтам Абрам. Арачтам Ари. Арачтам Арон. Арачтам Броха. Арачтам Давид. Арачтам Файвухс. Арачтам Хая. Арачтам Хая Сори, светлая память. Кто когда-то читал вообще историю человечества, кто когда-то был в мемориале, в детском мемориале Яд Вашем, кто видел, как взрослые, ведь там ничего нет, там только вот зачитывают имена детей убитых. Как сказала госпожа Алдерман, она говорит, это проклятые люди, это не люди, это звери. Тот не мог сюда не прийти.
Ранштайм хина Эла, Ранштам Хирш, Ранштам Ноне, Ранштам Йосеф Лейб, Ранштайм Леа, Ранштам Леа, Ранштам Левис, Ранштам Мойше, Ранштам Моисей, Ранштам Нина, Ранштам Рахмиэль, Ранштам Роха Мэра, Ранштам Шмуэл Шлома, Ранштам Селик, Ранштам Шари, Ранштам Срага Йоське, Ранштам Суламиф, Ранштейн Борис, Ранштейн Георг, Ранштейн Янина Ита, Ранштейн Лазарь, Ранштейн Лев, Ранштейн Лилиана, Ранштейн Зинаида, Аронский Виктор, Арансон Зира, Арансон Аба, Арансон Абрам, Арансон Борис Бер, Арансон Элен, Арансон Херц. Дорогие друзья, я бы тоже хотела зачитать имена. Меня зовут Илона Ехимович. Я подумала о том, что время летит очень быстро, и те, кто рождены в 21 веке, в конце 20 века, для них особенно важно вот это мероприятие. Хочу поблагодарить организаторов, религиозное общество «Шамир». Вы знаете, это как прививка, это как нужное, необходимое дело, слово, поступок. Прийти сюда и просто прочитать хотя бы 20 имен. Что вы при этом чувствуете? Ну, наверное, вот это и есть, правда, вот это и есть та дефиниция добра и зла. Мы ждем всех на этой сцене. Ариев Мосус, Ариев Пинчус, Ариев Рубин, Ариев Слата, Ариев Тевель, Аснин Эфраим, Ас Элиазар Эли, Ас Эштер, Ас Гелде Гуте, Ас Мозес Хессель, Ас Ошер, Ас Сара, Ас Шейна, Ас Ашман Бригитта, Ас Ашман Леа, Остановский Давид, Остановский Хацкель, Остановский Илья, Асцер Арман Рафаэль, Атлас Анна, Атлас Фанни, Атлас Фейга, Атлас Кхаим, Атлас Липа, Атлас Нафтали, Атлас Накхман, Атлас Таубе, Атлас Тезину, Атмович Самуил Илья, Аугустен Рафаэль, Авербух Фанни. Мы помним эти имена. Прошу вас. Здравствуйте. Мы пришли от лица еврейской частной школы Хабад почтить имена детей, которых убили в те страшные времена. Авербук Абраам, Авербук Фейга, Авербук Гита Фейга, Авербук Иса, Авербук Нохум, Авербук Перель, Авербук Сора, Авербук Циви, Авербух Зелда, Авигаль Гита, Авигаль Янкел, Авин Абрам, Авин Берта, Авин Илья, Авин Мендел, Авин Мендел, Авил Мэри, Авин Рина, Авин Штерна, Азара Набрам Арон, Азаров Хедия, Азаров Йосеф, Азаров Леонид, Азаров Мирьяма, Азаров Песе Паула, Азаров Рохи, Азаров Рейчо, Азаров Ариэл, Азаров Исраэл, а ты в церкви Марина. Баркович Ханна, Бадо Генриетта, Бак Йохосо, Бак Нора, Бак Песа, Бак Волф, Бак Ндов Хилел, Бак Ханна, Бак Йосеф, Бак Мобус, Бак Абраам Мейер, Бак Александр, Бак Фейга, Балкин Траси, Балкин Леонард, Балкинов Авраам, Балкинов Мордехай, Балкинов Суламит, Балонов Суламит, Балсон Нехама, Балсон Легина, Бальт Бер, Балтшенский Лев, Балтер Исах, Балтер Изор, Балтин Фрида Гите, Бан Авраам Мозус, Бант Элиас Авраам, Бант Тите, Бант Йете, Бант Лазар, Бант Ошер Хи.
Киш, Бант Рафаэль, Бант Шапше, Бант Симон, Бант Соры Михла. Бант Зелман, Бант Абелейб, Банк Бер, Банк Буна, Банк Файвиш, Банк Хана, Банк Хайм, Банк Рива, Банк Симон Мейер, Банк Тауба, Банкович Леонид, но он остался жив. Банк Исабелла, Банк Мишла, Банк Мира, Банк Друвин, Бар Иса, Баран Барух Твие, Баран Гесия, Баран Хая, Баран Хайм, Баран Хайм, Баран Рива, Баран Сара, Баран Заламан, Баран Йента, Баран Барашник Йента, Барашник Лейба, Боровик Ханна, Боровик Хенна, Боровик Нафтол Нафтали, Боровиков Хитл, Боровиков Голда. Баринбаум Леонид Гедон, Баркан, Баркан Басюа, Баркан Дебора, Барган Евгения, Баркан Хая, Баркан Хириш, Баркан Исаак, Баркан Израиль, Баркан Лейб, Баркан Леон Леонард, Баркан Лия, Баркан Люба, Баркан Мэри, Баркан Мина Эстер, Баркан Рахмаэль, Баркан Сара, Баркан Сора, Баркан Якоб, Баркан Ноа Элиэзер, Баркан Херцел, Баркан Бех, Баркан Лариса, Баркан Шолом Симха, Баркан Мейер, Барман Эстер, Барман Ицик и Барман Дженни Шейна. Бармапов Нихама, Бармапов Рокша, Бармапов Сара, Барон Рейзе, Барон Шамира, Боровский Анатолий, Баршай Броня, Барсук Бер, Барц Файвиш, Барц Фейга, Барц Йосеф, Барц Симон, Барц Симон, Барц Циля, Баш Ицок Исаак, Башкин Абрам, Башкин Элия Йосеф, Башкин Ида, Башкин Ида, Башкин Мейер Симша, Симха, Башкин Мирьяма, Башкин Шмуэль Хонон, Башнер Блума, Басин Абрам, Басин Эстер, Басин Шнейер, Басин Соня Шейна, Басин Йосел, Баскин Георг, Баскин Лейб, Баскин Фейга. 27 июля 1941 года моей старшей сестре Эльфриде Кляцкиной исполнилось 2 года. Через 15 дней после этого ее убили. Также в июле месяце был убит мой двоюродный брат Абрам Минкин в возрасте 5 лет и двоюродная сестра, его родная сестра Фрида Минкина, 2 месяцев от роду. Да. Баскин Дмира, Баскович Якоб, Баснер Аба, Баснер Берта, Баснер Марьяша, Баснер Мера, Баснер Моша, Баснер Муле, Баснер Паул, Баснер Песа, Баснер Снейер, Баснер Циля, Баснер Якоб, Бас Бенцион, Бас Двейра, Бас Ицхак, Бас Хаим, Бас Мера, Бас Неха, Бас Рейселе, Бас Савел, Бас Соня, Бас Шева, Басель Блума, Басель Мотел, Басель Сора Рейзе, Баум Абрам, Баум Хая, Баум Хана, Баум Хаим, Баум Ривка. Многие родные нашей семьи погибли во время Холокоста, в том числе и маленькие дети. Девиз этих чтений – вернем имена в мир живых. Пока человека помнят, он жив. Пускай эти имена всегда будут жить в нашей памяти. Баум Самуил, Баум Шейна, Баум Бейм Ривка, Бауман Бенно, Бауман Доди, Бауман Элиас, Бауман Файве, Бауман Хонан, Бауман Юдит,
Бауман Лейзер, Бауман Теодор, Бавилский Рина, Байес Исхок Мейер, Байес Райне Слата, Бдил Анатолий, Бдил Эстер, Бдил Сара, Бедек Хирш, Бедек Йосеф Лейб, Бедер Двейра, Бедер Хене, Бедер Хенах, Бедер Мойше, Бедер Мозус Миша, Бедер София, Бедер Песа Ривка, Бейрфелд Бнемин, Бейрфелд Заламан, Бейлин Давид, Бейлин Гдалия, Бейлин Ошер Давид. Мы состоим из Ригас педагогии и изглитības vadības академии. Я сам академийс ректор, и вместе с мной есть студенты. We are from Riga Teacher Training and Educational Management Academy, rector and two students. Esam šeit katru gadu, tāpēc, ka uzskatām, ka topošajiem skolotājiem ir jāzina, cik svarīgi ir saņemt bērnu mīlestību un cik svarīgi ir pašiem mīlēt bērnus. Tie bērni, kurus mēs šodien pieminām, tiem tas bija lemts tikai pavisam īsu brīdi. Our students are becoming teachers, and therefore it's very important to understand how it is important to have children love and to love children. Therefore, we every year are together with you. Bailin Jankel, Bailin Son Herbert, Belkin Saul, Belkin Tatjana, Belkind Hassa Gitta, Beim Meir, Beim Pesja, Beinard Bär, Beinard Freida, Beinard Abram, Beinard Bär, Beinard Dobe, Beinard Freida, Beinard Haja, Beinard Joske, Beinard Liba, Beinard Merija, Beinard Mira, Beinard Cira, Beinard Elja Mišoel, Beinard Gisa, Beinard Gitta, Beinard Hona, Beinard Meir, Beinard Motel, Beinard Sara Asna, Beinard Sore Muse, Betler Doba, Betler Hasja, Betler Mira, Betler Rus. Betler Šifra, Betler Račmiel, Bek Jakob, Bekel Šor, Bekel Šalom Leiba Leon, Beker Beiner, Beker Johanna, Beker Šimson Ruben, Beker Sora, Bekman Merija, Beka Matla, Beka Rudi, Bekman Lija, Bekman Silvija, Bel Hatzkel, Belaev Arno, Belak Josip, Belak Leivik, Belfeld Leonard, Belin Hesa, Belin Nissan, Belinki Pavel, Belinski Sulamit, Belkin Roman, Belkind Abram, Belkind Jeheskel, Belkind Lea, Belkind Tamara, Belski Elijonu, Belski Ella, Belski Leopold. Belcichov Abram, Belcichov Olga, Belcichov Jude, Ben Esprich, Ben Hirsch, Ben Hirsch, Ben Israel Ber, Ben Reisa, Benash Ida Beila, Benash Chaim Benzion, Ben Nenson Shaime Zalaman, Ben Horin Giora, Benjamin Cecilia Elga, Benjaminson Esther, Benjaminson Mosus, Benjaminson Motel, Benjaminson Rebecca, Benjaminson Ruth, Benjaminson Shera, Benjaminson Jankel, Benjaminson Zundel, Ben Neritach Noah, Ben Stein Berka, Benson Braina, Benson Siman, Benstel Hone, Benstel Rochemale. Benstel Ruwe, Benesh Genoch, Benesh Ida, Benesh Chaim, Ber Azrael, Ber Batsheva, Ber Chaya, Ber Yosef, Ber Julius, Ber Konstantin, Ber Mendel, Berilovich Sara, Berelson David, Berelson Efraim, Berelson Yetsheva, Berenstam Gershon,
Беренштам Нахамия, Беренштам Зиле, Беренштайн без имени, Беренштайн Хирш, Берешанский Хари, Берешковский Рейза Брайна, Берешковский Шмоль, Березин Исар, Березин Мирьяма, Березин Рохалея, Берг Баса Ципе, Берг Фрума Шора, Берг Хирш, Берг Хоне, Берг Ханон, Зихрохам Левраха Амэйн. Берг Луба, Берг Луба, Берг Рувин, Берг Соре, Бергер Абрахам, Бергер Анна, Бергер Борис, Бергер Элия, Бергер Элиаш, Бергер Исаак, Бергер Йозеф, Бергер Кам, Бергер Кам Симон, Бергер Лея, Бергер Лилия, Бергер Мира, Бергер Муша, Бергер Песа, Бергер Пинкус, Бергер Рейни, Бергер Ракиль, Бергер Рута, Бергер Сара, Бергер Шлома Ицок, Бергер Сусман Сисман, Бергер Тельма, Бергер Якоб, Бергер Ина, Бергман Данил, Бергман Давид, Бергман Евелина Йозефина. Мы из цыганской общины Румани Фамилия пришли почтить память тех детей, которые были убиты во время Холокоста, во время войны. И наш народ тоже имел вот эти последствия Холокоста, и многих детей также убивали во время войны. И мы к следующему году хотим тоже предоставить фамилии и имена тех детей, которые были убиты во время войны. Бергман Гита, Бергман Гитте, Бергман Гител Песе, Бергман Ханна, Бергман Ира, Бергман Юрис, Бергман Мише, Бергман Мусус, Мосус, Бергман Ребека, Бергман Росе Нехама, Бергман Рудольф, Бергман Руте, Бергман Сара, Бергман Шайне Роса, Бергман Эйда Зивя, Бергман Копел, Беркович Або, Беркович Абрам, Беркович Абрам Сорах, Беркович Баса, Беркович Белла, Беркович Бер, Беркович Борух, Беркович Дина, Беркович Эзекиел, Беркович Эстхел, Эстхер, Беркович Эстхер, Беркович Ева, Беркович Георг, Беркович Хайя, Беркович Хайя Раса. Man sauc Vladimirs Reštovs. Šogad es uzzināju tā, ka pagājuši gadu, tā ir laika, kad mēs lasījām vārdus, iznīcinātus bērnus, tomēr atradies viens vārds, kurš pienākās šogad izsvitrot no šī saraksta. Tas cilvēks ir dzīvs, un paldies Dievam, ka viņam ir kā otra dzimšana. Un, protams, ka mēs novēlēsim viņam ilgus gadus dzīvošanai, un lai Dievs dot mums, lai mēs atradīsim vēl šajā sarakstā vārdus cilvēkus, kuri ir dzīvi. Прошлом году мы читали эти имена, и оказалось так, что один из тех, кто здесь был помянут, остался жив. Он сейчас живет в Соединенных Штатах Америки. И мне бы хотелось искренне желать того, чтобы мы нашли еще много имен из этого списка и верили бы в то, что эти люди живы. А тех, кого уже нет, мы будем поминать каждый год. Беркович Хайнрих, Беркович Хенрих, Беркович Херта, Беркович Херта, Беркович Ида, Беркович Изахим, Беркович Изаак, Беркович Юдит, Беркович Клара, Беркович Леа, Беркович Леа, Беркович Леон, Беркович Лев, Беркович Марцель, Беркович Мейер, Беркович Мозус Вольф, Беркович Нисон, Беркович Нисон, Беркович Рина Ирена, Беркович Сара Этель,
Беркович Зелик, Беркович Якоб, Беркович Ева, Беркович Ехель, Беркович Натан, Берлин Александр Зискинд, Берлин Мейер, Берлин Мирьяма, Берлин Носон Нисон, Берлин Пнина, Берлин Роза, Берлин Сара Рива, Берлин Сима, Берлин Мара, Берман Абрам, Берман Аронович, Берман Бася, Берман Бейл, Берман Белла, Берман Берта Брайна, Берман Доба, Берман Алия, Берман Элла, Берман Фрида Фрума, Берман Хая, Берман Хецкель, Берман Елена, Берман Хани, Берман Исаак, Берман Исер, Берман Исер Бейнес, Берман Джета, Берман Джоанина, Берман Джозеф, Берман Джозеф Абрам, Берман Джозип, Берман Хайм, Берман Копель, Берман Лазар, Берман Леа, Берман Маркус, Берман Маша, Берман Макс, Берман Мэрия, Берман Мичо, Берман Мовша, Берман Муся, Берман Носон, Берман Оскар, Берман Рахмиэль, Берман Рахмиэль Исраэль, Берман Ревека, Берман Рита Олга, Берман Рона, Берман Рус, Берман Селиман, Берман Салман, Берман Самуэль, Берман Шлейма, Берман Симон, Берман Сора, Берман Таубе, Берман Сира Мэрия, Берман Хайм, Берман Либа, Берман Абрам, Берман Гита, Берман Лейзер, Берман Неча, Берман Рахель, Берман Рувин, Бернбаум Ренья. Через 70 лет мы стали называть имена наших детей. 16 тысяч детей. Это 16 тысяч семей. Это неимоверно, сколько новых людей появилось бы на свет. Но надо помнить, что кроме 16 тысяч детей, было уничтожено еще 80 тысяч взрослых. И пока мы не назовем имена всех погибших в Холокост, не будет нам покоя. Наши сердца, наша память должна быть направлена к небу, где обитают души этих невинных жертв. Услышать их стоны, услышать их голоса, которые произносят одно слово: «Назови меня, назови меня, назови меня». Мы должны назвать по имену всех до единой жертвы Холокоста. Всех до единой. Это наша задача перед жизнью и перед жертвами и перед Богом. Бирнбаум, Бирнбаум, Бирнбаум Сошана, Бернер Борис, Бернер Хана, Бернер Иосиф, Бернер Кармела, Бернер Нерия, Бернер Нойма, Бернер Рут, Бернер Рут. От имени нашего объединения хотел бы сказать: вечная память всем, кто погиб в трагедии Холокоста, вечное проклятие тем, кто творил злодеяния. Бернштайн Хасия Райса, Бернштайн Хирш, Бернштайн Леа, Бернштайн Матус, Бернштайн Мэри, Бернштайн Мусия, Бернштайн Нехама, Бернштайн Рахил, Бернштайн Руф, Бернштайн Шайне, Берольский Михла, Берольский Цила, Берольский Заламун, Берс Хайман, Берс Мара, Берс Рахил, Берханский Хона, Берханский Дженни, Бершанский Мишель, Бершанский Роза, Бершанский Владимир, Берсин Фейга, Берсин Ехилейб, Берсин Михаил,
Берсох Якуб, Берсон Лейба, Берсон Нехама, Берстайн Рената, Берстайн Вулф, Бервинович Нахман, Бечкин Исаак, Бечкин Ита, Бечкин Яхил, Бечкин Кейла, Бечкин Мендель, Бечкин Вулф, Бешер Леся, Бешер Мане, Бешкин Мозус, Бесмогску Мендель, Бесмогу Неса, Бесмогу Райна, Беспалов Лия, Бессер Бетха, Бессер Гессе, Бессер Хая, Бессер Лейзер, Бессер Либе Мира, Бессер Мейер, Бессер Репхаэл, Бессер Соре Рива, Бессер Йоха, Бешин Гения, Бечин Рейсе, Бечин Рива, Бечин Салман, Бечин Симан, Бетхер Херберт, Бишовский Нора Ноемия, Бишовский Узиел, Биберфельд Мерия, Биберфельд Мима. Мы скорбим о всех погибших в годы нацизма. Я, Георг Куклис Рошманис, представляю здесь русский клуб и прибалтийский казачий круг. Мои предки прошли все ужасы Отечественной войны. Их ставили к стенке на Украине. Они умирали от голода в Ленинграде. Они прошли ужасы Саласпилского концлагеря. Их расстреливали в Латгалии. Они воевали на фронтах. Поэтому мы все, кто помнит войну, кто знает своих предков, кто понимает, насколько это ужасно и недопустимо, не должны допустить, чтобы повторилось такое. Мы должны бороться, чтобы прекратить пропаганду нацизма и прославление нацизма в Латвии. Мы должны, чтобы на государственном уровне все были здравомыслящие и совестливые. Мы будем делать все, чтобы всех жертв помнили, и чтобы трагедия никогда не повторилась в дальнейшем. Вечная память. Биксон Бейла, Биксон Элия, Биксон Элка, Биксон Файге, Биксон Мирьяма, Биксон Неса, Биксон Шмуэл, Билиун Талбе, Билиунас Белинин Мейер, Бимбад Исаак, Бимбад Менделейб, Бимбад Мудхай, Бимбад Мейер, Бимбад Мендел, Биндер Ман Симе, Биндер Бейла, Биндер Давид, Биндер Хейге Груне, Биндер Фрида, Биндер Гиттел, Биндер Хана, Биндер Хана, Биндер Исер, Биндер Исхок, Биндер Лейба, Биндер Мейле. Я представляю, я никого не представляю, я представляю себя. Я 27 лет работал в русском интернате, седьмом, и мне очень близки те проблемы, которые связаны с жизнью детей, с благополучием детей. Я хочу, чтобы это никогда не повторилось. Как очень правильно заметила представитель Рижской думы, глава комитета госпожа Алдермане, это великая трагедия, если мы начинаем делить детей по национальностям и по вероисповеданию. Дети не имеют национальности. Дети – это дети. И мы должны сделать так, чтобы не только те 16 тысяч, о которых мы сегодня плачем, вспоминая, а те дети, которые сегодня живут в этих интернатах и в социальных приютах, они
имели кусочек счастья, радости, и у них обязательно на горизонте была звезда счастья. Спасибо. Биндер Масне, Биндер Мейлах, Биндер Ницман, Биндер Рива, Биндер Роше, Биндер Роква, Биндер Рувен, Биндер Шейне Басе, Биндер Саламут, Биндер Янкел, Биндер Янкер, Биндер Йосел Рувен, Бидман Мендел, Бинон Эпшир, Бинон Бенита, Бинон Бенита Басая, Бинон Давид, Бинун Рая, Биргер Басия, Биргер Эдхел, Бирин Фейга, Бирин Хенеч, Бирин Либа, Бирин Минна, Бирин Сара, Бирин Шейна, Бирк Балфура, Бирк Беньямин, Биркман Гител и Гителеа, Бирман Хинда. Биркенфельд Сора, Биркан Татьяна, Биркман Вольф, Биркман Абель, Биркман Берка, Биркман Эммануэль, Биркман Фани, Биркман Хая, Биркман Хана, Бирман Хаскель, Бирман Лиана Лилли, Бирман Лилия, Бирман Вулф, Бирман Вулф, Бирник Мосус, Бирник Рейса, Бирнов Абрам, Бирнов Ехель, Бирнов Сара, Бирсон Арон Бензион, Бирсон Эстер, Бирсон Хирш, Бирсон Лея, Бирсон Нисон, Бирсон Шейна Роха. Я Мушта Михаил и мои сторонники из общественного движения «Форштадт» с огромной горечью в сердце. Мы присоединяемся к поминовению всех невинно убиенных детей во время Холокоста и Второй мировой войны, что произошло здесь, на территории Латвии. И наша задача не только чтить память всех невинных жертв, но и никогда больше не допустить на территории Латвии проявлений фашизма и тоталитаризма. Самуил Александр Рабинович в возрасте 16 с чем-то лет заканчивал в июне 41 года среднюю школу в Краслове, сдавал выпускные экзамены. Обстоятельств его убийства абсолютно ничего не известно. Среди здесь довольно перечисленного имен на фамилию Альпирович обширное количество погибших моих родных со стороны матери. Бисер Абрам, Бисер Буна, Бисер Йете, Бисер Хене, Бисер Хона, Бисер Луба, Бисер Слата, Биц Ошеноте, Биц Рахмел, Биц Велвел, Блах Белла, Блах Крейна, Блах Либа, Блах Рива Ребека, Блахер Ешуа, Блахер Мулья Мотел, Блахер Роха, Блахер Циля, Блахер Вулф, Блахман Давид Хирш, Блахман Илья Исаак, Блахман Мендел, Блахман Мотел, Блахман Сима, Блад Мира, Блайер Бецалел, Блайер Давид, Блайер Элия, Блайер Элия Юда, Блайер Эстер Пера, Блайер Фрида. Мне сильнейшим образом повезло. Будучи запроектирован в Риге
феврале 41 года моя мама поместила меня в себе 27 июня в эшелон эвакуированных, и я родился в ноябре 41 года в Кировской области. Владимир Рабинович. Блад Шепсель, Блад Симха, Блад Соня, Блад Янкель, Блаувес, Блаувес Лея, Блаувес Мейер, Блаувес Заламан, Блазер Дина, Блазер Хана, Блазер Ханна, Блазер Хэри, Блазер Исраил, Блазер Хаим, Блазер Люба, Блазер Глазер Дора, Блазер Глазер Хана, Блазер Глазер Израил, Блазер Глазер Лайзер, Блехер Фрида, Блехер Хенри, Блехер Либа, Блехер Цви, Блехман Абрам, Блехман Асия, Блехман Авио, Блехман Бася, Блехман Года, Блехман Лейб, Блехман Пола, Блехман Шлом, Блехман Шлома Мосус, Аркадий Сухаренко, председатель Совета еврейских общин Латвии. Я очень признателен и благодарен господину Менахему Баркану, который придумал и воплотил в жизнь эту очень важную миссию – читать имена зверски убиенных детей здесь, 2 сентября. Огромная наша задача и цель, чтобы это никогда не повторилось. Мы вместе пытаемся делать все возможное, чтобы память об этом не забылась, чтобы это никогда больше не произошло. Я думаю, что никто не знает рецепта, как сделать так, чтобы это никогда больше не случилось. Но каждый из нас, даже делая маленькое дело, даже кладя какую-то небольшую каплю своего сердца, души, дает нам уверенность в том, что это никогда не повторится. Никогда не будут убиты безвинные дети, никогда не будут убиты люди только за их веру, за их национальность. Уже почти 2 часа, как мы начали, 1,5 часа, как мы начали этот день памяти. Мы находимся только на середине буквы «Б». Мы только в начале алфавита. Блехман Цалель, Блехман Цила, Блехман Юда, Блехман Хоне. Блес Едидия, Блес Юдит, Блес Мирьям, Блидерман Сара Роза, Блин Шмуэл, Блиндрех Янина, Блиндрех Нахман Лейб Леонид, Блинер Арье Мейер, Блинков Виктор, Блиц Марьяша, Блиц Паулина, Близнянский Илья, Близнянский Блох, Близнянский Александр, Блох Александр, Блох Авраам, Блох Александр, Блох Беньямин, Блох Беньямин Александр, Блох Бер, Блох Лея, Блох Лейба, Блох Малка, Блохер Хина, Блохер Мотел, Блохер Шолем, Блон Хенефрида, Блоштен Лев, Блоштен Мина, Блум Бенна. Мы читаем эти имена, и мы вдруг слышим, что эти людей мне где-то видели, слышали. Я сейчас прочел имя Марьяша. У меня родилась на этой неделе внучка, которую назвали Марьяша. Я надеюсь, я уверен, я молюсь, чтобы жизнь их была намного лучше, намного светлее, и чтобы им, их участь была светлая, и долголетие сопровождало их всех, и нас вместе с ними, и как сказано, и что пришло время, когда старики и старухи, старушки идут по улицам Иерусалима, вместе с внуками поют и радуются своей жизни. Дай Бог, чтобы мы все радовались нашей жизни. Блум Юдит, Блум Хайм, Блум Маркус Джош, Блум Мирьяма Белла, Блум Натан, Блум Нина,
Блум Роберт, Блум Рут, Блум Самуэль, Блум Шаушана, Блум Сарель, Блум Якоб Абель, Блум Залман Йосел, Блумберг Абрам, Блумберг Белла, Блумберг Беламия, Блумберг Бенцион, Блумберг Давид, Блумберг Элк, Блумберг Эмма, Блумберг Этта, Блумберг Хая Мэри, Блумберг Исаак, Блумберг Исаак, Блумберг Исаак. Блумберг Хайм, Блумберг Лея, Блумберг Маркус, Блумберг Макс, Блумберг Мэрия, Блумберг Мириама, Блумберг Мириама, Блумберг Мозус, Блумберг Чит, Блумберг Рахель, Блумберг Рахила, Блумберг Роза, Блумберг Рувен, Блумберг Слава, Блумберг Амбрам Грион, Блумберг Хиршицхак, Блумберг Нани, Блумберг Шорель, Блумберг Абрам, Блумберг Адольф, Блумберг Блюменау Бениамин, Блюменау Бениамин Бено, Блюменау Фани, Блюменау Фани, Блюменау Хирш, Блюменау Изер, Блюменау Йете, Блюменау Кальман, Блюменау Леа, Блюменау Липа, Блюменау Мати, Блюменау Роше, Блюменау Сара, Блюменау Шлом, Блюменау Сора Рива, Блюменау Зипа, Блюменау Гидельгерн, Блюменау Гита Эстер, Блюменау Янке, Блюменау Маша, Блюменау Менахем Якоб, Блюменау Рива, Блюменау Габриэл, Блюменфельд Ита, Блюменфельд Мартин Валтер, Блюменфельд Райан, Блюменфельд Сара, Блюменфельд Цира, Блюменштейн Фрума Эстер, Блюменштейн Мордух, Блюменшток Бася Мишле, Блюменсток Бейле, Блюменсток Хайм Исраил, Блюменсток Мишел, Блюментал Абе Мейер, Блюментал Абрам Нохум, Блюментал Сецилия Ютта, Блюментал Элла, Блюментал Фрида Зивья. Я представляю Латвийское товарищество «Мемориал», которое занимается братскими захоронениями. Мы помогаем людям разыскать без вести пропавших, которые погибли в период Великой Отечественной войны. И я преклоняюсь перед теми людьми, которые смогли составить этот большой список погибших еврейских детей. Но в процессе своей работы мы нашли очень много мест, где захоронены дети других национальностей. И вот этими списками никто вообще не интересуется. Поэтому я думаю, может быть, кому-то захочется все-таки составить списки общие, чтобы были не только дети евреев, но и дети других национальностей, которые погибли во время войны. Потому что много было детей-доноров, которые сдавали свою кровь в госпитале, там на Венебас-Гатве, на Покровском кладбище есть. Но это безызвестные дети. Блюментал Хая Росе, Блюментал Хирс, Блюментал Хайм, Блюментал Леа, Блюментал Лесу, Блюментал Маркус, Блюментал Макс, Блюментал Мендел, Блюментал Мариана. Бор Дженни, Бор Джента, Бор Хайм, Бор Мендел, Бор Нечам, Бор Схая, Бор Симон, Бор Сила, Барчов Хирс Ицик, Барчов Исаак, Барчов Исраэль, Барчов Лазар, Барчевик Бейла Рива, Барчевик Хлавны Симха, Барчевик Йофар Давид, Барчевик Либа, Барчевик Нахом Мардух, Барчевик Нешама, Барчевик Шейна, Барчевик Вуил, Борде Хая, Борде Хилип, Борде Анна, Бордо Георг Арон, Бордо Хайце, Бордо
Крейна, Борда Некхман, Борда Рива, Борда Шейна, Борда Шейна Мине, Борда Йосел, Борда Хаткел, Борда Зелда, Бришанский Хайм, Баркум Лейб, Бакум Зисле, Бордов Лейзер, Бордов Вуф Лейба, Бордовка Лейда, Бордовка Шейма, Бордовка Шейма, Бордок Алте, Бордок Авиа Вивиана, Борок Крейна, Борок Рафаэл, Боровик Абрам, Боровик Хая, Боровик Жед, Боровик Хайм Моша, Боровик Маэр, Боровик Минна, Боровик Рахмейл, Боровик Ривка, Бротел Бензион, Бротел Нешма, Борц Абрам, Броц Эссер Фрей, Фрада, Броц Нехама Леа, Броц Рива. Брухнович Эла, Брухнович Пейга, Брухнович Хаим, Брунович Лейба, Брунович Луба, Брунович Мирьяма, Брунович Маиша, Брунович Муся, Брунович Слета, Брунович Вулф, Брунович Зипа Гита, Боте Абрам, Бате Давид, Бавшовер Дебора, Бавшовер Эчер, Бавшовер Исаак Бер, Бачовер Лоис, Бачовер Мендел, Бачовер Рубин, Бачовер Салман, Бачовер Шева.